Тільки швидкою. Ще не кушалаш. Вчора кусалась. Не кусалась. Так? Ладочку кусала тебе? Кусалась чуть-чуть. Вчера. Это было вчера. Вчера пацанов кусалась, сегодня девчонка. Не, она очень ласковая. Вот. Хорошая. У меня тут что-то прям твердое такое все. Хорошее. Не, не кусайся, мы с тобой дружим. Мы уже дружим. Вот. У нее вот в этом месте, Саш, вот. Не видишь, пролежни пошли. Вот. Угу. Это от того, что она вот мокнет, да? Ну, мокнет, ее ж девчонки купают постоянно. Ну да, да, вот это. Короче, нужна шампунь. Вот такая вот штукенция. Это для людей пенка для мытья и ухода за телом. Это для лежачих больных делается. Ну, там вот. Даже вот нарисовано, по-моему, да? Да, 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 да. Вот, вот такую штуку надо. Она у нас закончилась. Баллон вообще. Ну, все, пустой. Дело в том, что она не встает вообще никак. Она писается и лежит в моче. Ее регулярно каждый день нужно мыть. Вот в чем дело. Если ее не мыть, то будет все еще хуже. Поэтому надо вот такая пена. Ее даже смывать потом не надо. Ее просто напениваешь. И все. И потом тряпкой вытираешь. И по таким... Это вообще идеальная штуковина, да. В данном случае, да. Без нее... сложно с этим справиться, потому что если пролежни пошли, их же надо... Ладочка. Где я хорошенькая, я хорошенькая, хорошенькая. Что, лапки на передние буду вставать, полегче станет, буду ползать потихоньку. Вот и все. Да, Ладуся? Ладуся хорошая. Ладно, эти умничка. Ну что делать? Что делать? Судьба такая. Дорогие друзья, с миру по нитке, животным любовь и забота. Мы очень надеемся на вашу поддержку и дублируем название этого чудо-средства в комментариях и в описании к ролику. Спасибо всем большое.